Вітаю вас, ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостем буде депутат Одеської міської ради Володимир Корнієнко. Вітаю вас. Здравствуйте. Говорити ми сьогодні будемо про сесію, про те, що там відбувалося. Дуже часто сесії проходять там досить гучно, і люди збираються під стінами з вимогами, скажімо так, різними. Цього разу це не теж не виключення, і досить такі були скандальні моменти на цій сесії, ви більш детально розкажете далі в програмі, але перед тим, як почнемо про це говорити, давайте подивимося сюжет сесії, яка відбулася 8 грудня, до вашої уваги і до уваги наших телеглядачів. Давайте. Сесія розпочалася зі скандалу. Народний депутат Артем Дмитрук, його помічники, кілька десятків одеситів намагалися потрапити до будівлі мерії, проте їх охорона не пускала. Вхід у будівлю оточили співробітники муніципальної варти та поліції. Я приїхав подивитися і послухати, що наші депутати і чиновники приймуть для нас, але тут чомусь нас всіх не впускають. Хотя я всегда на сессии без проблем заходил, как председатель общественной организации «Спортсоциум». Вот, надеюсь, они придут в себя и впустят, потому что то, что происходит сейчас, незаконно. Огромное количество охраны, так называемых легализированных тетушек, вот поэтому будем смотреть, что будет дальше. У себя там решают свои шкурняки. Было давление на народного депутата, на помощников, также побили людей, женщин. И это все под руководством Труханова и его банды. Короче, находимся мы возле городского совета, полиция, муниципальная варта, тетушки Труханова не пускают народного депутата, помощников народного депутата, СМИ забаррикадировали. Ще кілька груп мешканців міста, незважаючи на дощ, стояли з плакатами навпроти міськради та вимагали мера. Сьогодні до мерії прийшли обурені інвестори недобудови на Мечникова 82, мешканці будинку на Бочарова 35, які вимагають ремонту, а також обурені жителі висотки на Бочарова 55, по сусідству від якої на зеленій території намагаються почати будівництво. Люди скандували «мера, мера». На сьогоднішній сесії основним питанням було ухвалення бюджету на 2022 рік. Депутати Одеської міської ради підтримали проєкт бюджету, в рамках якого Одеса вперше отримає від держави 200 мільйонів гривень на розвиток інфраструктури. На які об'єкти витратять гроші, рішення ухвалять вже у лютому 2022 року. Поки лише передбачили 60 мільйонів гривень на реконструкцію Іванівського мосту управління шляхового господарства та 277 мільйонів гривень управлінню капітального будівництва на продовження будівництва школи на селищі Котовського, ремонт єврейської лікарні, інфекційної ДКЛ номер 11, реставрацію пам'яток архітектури. Інші об'єкти не уточнювалися. До порядку денного сесії Одеської міськради також несли питання про розпуск депутатської комісії з питань землеустрою та земельних відносин та створення замість неї нової з питань розвитку простору, землеустрою, регулювання земельних правовідносин. Депутат міської ради Ольга Квасницька заявила, що проєкт рішення ніде не був опублікований, 7 грудня його не обговорювали на Погоджувальній раді, а документи роздали депутатам лише вранці 8 грудня. Ви знаєте, на протязі року ми бачили певні порушення регламенту, положення про депутатські комісії, і ми продовжуємо культивувати ці порушення в сесійній залі. І сьогодні, мені здається, коли ми отримали в 10 годин 42 хвилини проект 1.5 про ліквідацію постійної комісії, і, звичайно, обов'язково тут є пункт про внесення змін до положення про постійні комісії Одеської міської ради 8-го скликання, яке ми разом прийняли з вами 2.12.2020 року, то в мене виникає питання, що ми робимо? Це положення, вірніше, це проєкт рішення не був опублікований. Добре. Цей проєкт рішення вчора на Погоджувальній раді не був озвучений. Зрозуміло. У нас є комісія, постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, реалізації державної регуляторної політики та запобігання корупції. Ми її створили для чого? Для того, щоб вона була для галочки? Чи вона повинна була все ж таки оцей проєкт рішення в зв'язку з тим, що в повноваженнях цієї комісії, я хочу нагадати, є реалізація правової політики щодо діяльності Ради. А це питання стосується діяльності Ради.
Ну, вибачте мене, не можна нехтувати законом, і якщо ти не знаєш, як вчинити правильно, дій по закону. Зараз, якщо комусь хочеться, якщо є конфлікт, а він є цей конфлікт в земельній комісії, якщо пан Брендак вирішив, що він може діяти не по закону, то я, як голова цієї комісії, як депутати, які в цій сесійній залі, я маю надію, дбають про верховенство права, ми не маємо права вносити цей проєкт рішення в порядок денний. Дякую. В підсумку рішення було прийняте, в нову комісію увійшли практично всі ті депутати, які були у складі ліквідованої, за виключенням Володимира Корнієнко. Він рішення муніципалітету прокоментував так. Мене злякалися у складі комісії. Мене бентежить те, що до складу входить депутат Олег Брендак, якого звинувачують у розкраданні землі громади на сотні мільйонів гривень. Мене лякали, намагалися купити, але у цих товаришів нічого не вийшло. Я все одно продовжу ходити на засідання та відстоювати інтереси одеситів. Отже, що зроблено, то зроблено. Вас виключили з комісії, скажімо так. Як це відбувалося, як ми чули, сказала депутат Ольга Квасницька, не дотримуючись, я так розумію, літери закону. Отже, ви сьогодні у нас в студії, можете сказати. Ну, в принципі, ви достатньо много розказали в сюжеті о том, що вчора відбувалося в совєті. Мене вони побоялись виключити публічно, вони зробили, не створили, ліквідували стару комісію, створили нову, додавив туди два слова – розвитку простору. Значить, це вже інша комісія. Да, как бы это новая комиссия, не включив меня туда. То есть проект мы узнали действительно. О проекте мы узнали прямо на сессии, никаких рассылок ни на согласительном совете, ни перед сессией не было. Но кулуарно, в принципе, велись разговоры о том, что господин Брендак действительно хочет это сделать. Все дело в том, что наши земельные комиссии, они идут онлайн, зрители могут посмотреть, как проходили последние земельные комиссии, какие вопросы мы там поднимали, я и моя коллега Жанна Мандриченко. К сожалению, сегодня у господина Брендака есть большинство в комиссии, они любой вопрос могут протащить. Это три члена партии «Доверяй делам» и один представитель партии «Слуги народа» Сергей Данилюк. И сегодня эти четыре человека из шести голосуют за те вопросы, которые им нужны. Им сегодня не нужны те люди, которые могут поднимать шум, задавать ненужные вопросы. Знаете, как есть такая пословица, деньги любят тишину. Вот как бы поэтому, из-за того, что мы не даем им тихо деребанить землю, они сегодня придумали вот такую технологию. Это впервые, вот я не помню, ну вот я 7 лет депутат, но такого не было в горсовете. Вот вы дуже правильное слово сказали, придумали, так? Тобто всім зрозуміло, це шито білими нитками, що це було зроблено лише для того, щоб усунути з цієї комісії лише вас, тому що інші члени комісії, вони там залишилися. І як ви правильно сказали, лише там додати одне слово. І знаєте, от люди думають про те, що цього ніхто не помічає, для чого це робиться, ну і таке інше. Я от мене єдине смущає, о чому думав Олег Брендак, тому що я-то все одно остаюсь депутатом, і я в будь-якому випадку буду ходити і продовжувати ходити на земельну комісію, озвучувати всі ті ж вопроси, які у мене є к цим земельним проектом решения. Все равно я буду поднимать шум по поводу приватизации детских санаториев, как мы и поднимали. Поэтому тихо деребанить землю у этих товарищей в любом случае не получится. Я в прошлой каденции был депутатом в комиссии по вопросам законности. Вот где сегодня Ольга Квасницкая, она действительно грамотно и правильно все рассказала о том, что постоянно нарушаются нормы регламента. Вносятся вопросы с голоса. Кстати, интересный факт. Я в своей речи один раз ошибся. Я сказал, что ущерб, который проходит в вопросе следствия о нанесении ущерба там, господином Брендаком или там, другой организованной группой, составляло сотни миллионов гривен. Я вчера более подробно уже после сессии, мне там жители писали и ознакомили, что это сотни миллионов долларов. По-моему, 160 миллионов долларов ущерб, который сегодня оценивается и НАБУ говорит об этом на судебных слушаниях, 160 миллионов долларов. Конечно же,
повторюсь, деньги любят, видно, тишину, неудобный, не хотели, не смогли договориться, не смогли купить. Ну, я так розумію, от ви ж говорили про те, що вам не лише там щось пропонували, але ще й погрожували, так? Ну, пытались разговаривать, то есть, как бы, ну, смотри, там, сделай правильный выбор. Ну, вы знаете, у меня сегодня настолько большая поддержка жителей, у меня сегодня нету ответственности перед каких-то обязательств перед господином Трухановым, перед господином Брендаком. У меня сегодня обязательства только перед моими избирателями, жителями Малиновского района, которые меня избрали. А я занял первое место по поддержке жителей. Я набрал более 2500 голосов, поэтому у меня сегодня только перед ними ответственность. Я знаю, что завтра будет другая ситуация, другая политическая какая-то воля, власть. И в любом случае жители, они меня поддержат. Поэтому то, что я делаю, я рад, что сегодня средства массовой информации это освещают. Я рад, что сегодня информационные технологии позволяют показывать эти заседания комиссии земельной. Мы ее называем страшной земельной комиссией. Потому что глава у нас комиссии, представитель «Доверяй делам» Сергей Страшный. В простонародье оно, так знаете, приклеилось. Потому что не только из-за того, что он страшный, у него фамилия, а из-за того, что принимаются действительно страшные проекты решения, страшные для Одессы. Те решения, которые на сегодняшний день мы не сможем никаким образом вернуть. Ни через 10 лет, ни через 15, ни через 20. И потому что очень многие одесситы, они недооценивают роль земельной комиссии. Сегодня то, что в принципе в Одессе происходит, транспортный коллапс, где-то какие-то незаконные строительства, где-то какая-то хаотическая застройка, которая сегодня есть, она сегодня происходит с учетом того, что депутаты на комиссиях дают разрешение на землеотвод. Потому что депутаты потом не отслеживают ситуацию, потому что депутаты не просят предпроектную документацию. То есть у нас почему-то раньше не было, не принято было рассматривать предпроектную документацию. Что там планируется строительство, сколько там будет этажей. Отводилась им земля юридическим лицам, а потом там вырастал 30-этажный, там 22-этажный дом. То есть как бы с нарушениями норм ДБН совсем. Это уже как бы был не вопрос земельной комиссии, а представители вот ГАСКа, других структур говорят, ну смотрите, для того, чтобы у нас было основание выдать им градостроительные условия, нам необходимо было посмотреть, что у них есть земля. Сегодня земельная комиссия одна из самых основных комиссий в городе, потому что на сегодняшний день развитие Одессы, оно в принципе замыкается в эту комиссию, как бы там бы не хотелось. Плюс огромное обращение физических лиц и граждан, которые там годами не могут себе отвести землю. А мы, когда пришли в эту комиссию, у нас было там более 1000 обращений жителей, которые за прошлые года не смогли отвести. Более 1000 обращений, которые не были рассмотрены. Тысячи. И мы смотрели документы 15-й, 16-й, 17-й год. Люди, которые писали, что они болеют онкологией, там, пенсионеры. То есть как бы их документы каким-то образом не рассматривались. На сегодняшний день такое количество, где-то порядка 200-300 обращений всего. То есть мы фактически за год снизили это там, на 75%. Мы всегда говорили о том, что нужно выпускать граждан, нужно их не держать в шкафах. Поэтому когда-то я задал вопрос, кстати, Олегу Брендаку, когда я говорю, где хранятся документы, как мы можем, члены земельной комиссии, с ними ознакомиться. Нам на комиссии даже не дают иногда ознакомливаться с документами. Он говорит, в разных местах. То есть, как бы, вот такой вот ответ чиновника, который сегодня является и депутатом, и профильным вице-мэром. І ще, вибачте, хочу додати, тому що, ну, всі ж прекрасно вже розуміють, що люди ці знаходяться під слідством, так? Їм інкримінують дуже страшні речі. І все одно їх це не зупиняє, вони продовжують робити свою справу. Ну, от, здесь, конечно, є ідея. Один вопрос. Вопрос, наверное, там все-таки к судебной власти, потому что если человеку что-то инкриминируют даже до вынесения приговора, мы там сегодня не можем там с вами говорить, виноват он или не виноват, определить вину может у нас только суд. Да. То есть как бы, но если человек идет под следствием, то должны быть какие-то ограничительные меры. То есть на сегодняшний день человек занимает высокий пост. Он является там управ делами. Ну это фактически должность вице-мэра.
Сегодня человек фактически управляет комиссией. Это видно было, и так как ведется комиссия, что сегодня председатель комиссии Сергей Страшный, он номинальная фигура, что все равно всем управляет Олег Брендак. Это понятно, это видно на наших заседаниях, когда говорят: голосуй, читай, давай, Сережа, читай этот список. То есть, как бы, это видно было, когда я зашел с прямой трансляцией после заседания комиссии, когда у нас было с коллегой подозрение, что они хотят собраться ночью и провести заседание, вынести вопросы без нас. То есть, и когда мы зашли в кабинет Брендаку, была прямая трансляция на Фейсбуке, мы увидели, что в кабинете присутствует тот же председатель комиссии земельной, представители департамента земельных ресурсов. Это было, по-моему, 8 или 8:30 вечера, то есть уже в пятницу, когда горсовет работает до там 16:00, короткий день, что ночью делают в кабинете у Брендака эти люди, у нас возникали правильные наверняка вопросы. То есть поэтому тут вопрос, наверное, к судебной власти, что учитывая все риски, что сегодня там человек может общаться со свидетелями по этому делу, как-то может быть влиять на ситуацию, то, конечно, наверное, было бы правильно там ограничить какие-то полномочия, там отстранить. И я очень много читал комментариев представителей общественности и задавали вопросы, а почему там фигуранты не отстраняются на сегодняшний день от ведения тех дел, в которых, в принципе, они где-то могут быть там причастны. Ну, опять-таки, мы же не судьи здесь, как бы есть следователи, есть правоохранительные органы, пусть, наверное, они там и определяются. Исходя из того, что сегодня есть, то, что мы имеем, я думаю, что зрители, повторюсь, могут и посмотреть и онлайн последнюю комиссию, как это все происходило, посмотреть, как они пытались закрыть вопрос выноса парка юбилейного, как они пытались голосовать, не давать нам выступать с коллегой на комиссии, пытались блокировать наше выступление, выключали микрофон, и пришлось идти к председателю, брать его микрофон, потому что это единственный микрофон, который не выключен. Включался и выступать, и говорить в этот микрофон. Но, знаете, я рад, что все так происходит, потому что на сегодняшний день жители, они могут, жители Одессы могут, наверное, увидеть, оценить ту власть, которая сегодня есть в городе. То, что сегодня происходит. Потому что многие какие-то картинки показывают как какое-то достижение. И люди не вникают в детали. Это очень большая проблема, потому что вникать в детали нужно. Каждые работы, которые проводятся в горсовете, это колоссальные деньги. И нужно вникать в детали. Сколько стоят светофоры, сколько стоит ремонт этих дорог, сколько, допустим, сколько стоит такой же участок дороги в других городах. То есть почему у нас там стоит в десятки раз больше эта стоимость? То есть когда у нас там светофоры миллионы гривен стоят, ну это реально смешно. То есть, поэтому здесь, конечно, одесситы, когда говорят, что вот власть что-то делает, она еще должна вникать в детали. Раньше таких бюджетов не было. Я, когда был до депутатства, я был членом молодежного совета города, молодежного парламента, и приходил на сессии городского совета, нас приглашали как молодых студентов, я помню, других мэров, и тогда не было таких бюджетов. Сегодня бюджет города фактически 13 миллиардов гривен. Это колоссальнейший бюджет. Сегодня за 13 миллиардов гривен мы можем не брать кредиты. Те, которые берет городская власть. Сегодня за 13 миллиардов гривен мы можем проводить огромные работы. У нас просто уходят, знаете, там сотни миллионов куда-то непонятно, миллиарды уходят непонятно. Мы брали кредит, я даже не понимаю, ну я, слава богу, что я хоть не голосовал за эти кредиты, я всегда был противником. Но непонятно, куда эти миллиарды, которые брались, куда они просто расходились. Вот если спросить одесситов, вот это у нас был, по-моему, пятый кредит уже. Я уже сбился сам со счета, сколько голосовали. Пятый кредит. Кто знает, за этих там 4 миллиарда, которых взяли, что сделалось в городе? Посмотрите, у нас школы, ни одна школа не строилась. Открыли одну школу, европейский лицей, которую еще когда-то в рамках договоренности начал строить застройщик.
там на маршала Говорова. То есть мы там просто фактически ее закончили, строительство, основные там фундаменты, все было, основные виды работ. Поэтому, а что еще, допустим, какие школы, какие сады открываются новые у нас, что у нас, что город вообще зарабатывает, зарабатывает ли сегодня город? У нас сегодня в городе нету ни одного работающего предприятия, которое бы приносил бы там бюджет в город. У нас сегодня, у нас был аэропорт, его каким-то образом город потерял. Да, но мы все прекрасно понимаем, каким это образом и как это все тоже происходило. Опять-таки, кто принимал это решение по отводу земли и по всему остальному. Поэтому, к сожалению, сегодня городская власть, она не менеджеры. Они не понимают, что нужно делать завтра, чтобы город не брал кредит, а сам мог зарабатывать. И, наверное, это самый основной вопрос, который сегодня должны задавать одесситы, ну, наверное, себе больше всего. Тут даже, знаете, они должны понимать, что тот, кто голосовал за этот менеджмент, который сегодня есть, потому что это не просто мэр, это и чиновники. Нельзя разделять мэра, чиновников, там, его команду. То есть это все один пул, это одна команда менеджеров. И сегодня, когда человек едет и говорит, что у меня там течет крыша, у меня там плохие парадные, текут трубы, там ТГО где-то не дорабатывает, дороги в плохом состоянии, еще какая-то ситуация. Плохой транспорт, это все менеджмент. Это не чиновник плохой, это руководитель этого предприятия, руководитель города Одессы, господин Труханов, значит, к нему сегодня есть такие вопросы. Поэтому, знаете, а когда какие-то есть минуса, просто меняют чиновника, говорят, ну это вот чиновник был плохой, а вот сейчас новое придет, будет лучше. И ничего нового лучшего не происходит. Сегодня нужно кардинально менять власть в городе, сегодня нужно делать перезагрузку. Но, к сожалению, да, выборы у нас через 4 года, и 4 года, если опять-таки следствие, наверное, не определится, мы будем жить с этим менеджментом, терпеть. И, ну, вряд ли, для одесситов могу сказать, что прогнозы не очень утешительные, в частности, по развитию города, нашей жемчужины у моря, с учетом тих дійств, які проводять ця компанія. От дуже хочеться теж подивитися, куди будуть витрачені гроші. Це 200 мільйонів, які вперше отримала Одеса, так, на розвиток від держави. Ні, ну я скажу так, ми завжди отримували субвенції. Ми отримували субвенції від держави неодноразово в минулій каденції. Там і по різним питанням, по образованню, і по ЖКХ. Тобто, как бы, у нас і фінансування не тільки з держави, але й обласна субвенція є по каким-то определеним направленням. Тобто, сьогодні говорили о там, более каких-то крупних, знаете, в бюджетных вложениях из города, какая-то такая шутка идет, ну не знаю, Экспо 2030 на полях орошения в Одессе. Будет весь горсовет об этом говорить, что скоро нас ожидает Экспо 2030, об этом говорится о форуме 5Т, которым, кстати, тоже вообще уникальный форум, потом, может быть, когда-то в каком-то одном из ваших эфиров там проговорим эту ситуацию, потому что очень долго, и ситуация с инвестициями у нас вообще уникальная. И если посмотреть всю хронологию, когда к нам приезжали корейцы, которые пытались открывать у нас мусороперерабатывающий завод, потом где-то кто-то сказал, что это мошенники, они где-то потерялись. Сегодня там речь буквально недавно шла о строительстве космодрома, причем это обсуждалось на форуме, на который выделяются бюджетные деньги. То есть о строительстве космодрома в Одессе, о запуске каких-то ракет, вообще какая-то чушь, если честно. То есть, как бы, если проехаться по внутриквартальным нашим проездам, там до запуска ракет нам, знаете, как до Луны, наверное. Поэтому по этому поводу мы еще поговорим. И что касательно инвестиций, вот вернусь к этому форуму Экспо 2030, который там сегодня, мы знаем, в Дубаях проходит этот форум, там колоссальные в Ютубе показываются картинки, как это все происходит. Реально мне просто смешно. Я когда слышу эти фразы, еще и на полях орошения, буквально недавно, год назад, в июне месяце, если я не ошибаюсь, 2020 года, сейчас нынешний председатель областной государственной администрации, в простонародье губернатор, обещал и представлял нам проект на сессии городского совета
о зоне приоритетного экономического развития, зона приоритетного экономического развития на полях орошения. И действительно, я уже тогда задавал вопрос, а как вы себе это видите, какие есть возможности. Ну, мы все реализуем, там будет огромные финансовые вливания. Все, прошел год уже, не просто там человек, который представил, он там как консультант тогда выступал, советник мэра, сегодня он уже губернатор, и мы видим, что никакой подвижки по этому вопросу нет. Я, кстати, хотел тогда задать этот вопрос на прошлой сессии господину Гриневецкому, но он убежал. Ну що ж, давайте ще повернемося до сесії. От на ваш погляд, на що б ви ще звернули увагу того рішення, які там приймалися? Ну, опять-таки, от саме такі нелепі, мабуть, рішення – це по земельні питання, тоді, коли виносились з голосу від председателя земельної комісії. Вопросы, которые должны были проходить комиссию, их просто вынес как депутат, там список из этих физических лиц, там порядка 10 человек, вынес сам председатель без решения комиссии, на мой взгляд. На взгляд некоторых коллег, мы об этом заявили, что это незаконное решение все-таки. Что это за VIP-список из 10 человек, если у нас там сотни обращений? То есть, как бы, чем эти люди заслужили, а остальные нет? Может быть, и там все и нормально, и вопросов к ним нет. Но вот для меня была непонятная, мне был непонятен этот вопрос, я на него не получил ответ. Поэтому, ну, много-много принимались и программы, к которым были вопросы. И по регуляторным актам у нас были вопросы, потому что мы принимаем каждый год план принятия регуляторных актов, а там уже некоторые 5, ну, где-то какой-то акт 5 лет не принимается, какой-то 10 лет не принимается, не разрабатывается, то есть подвижек нет. И об этом говорила и Ольга Квасницкая, о том, что на сегодняшний день чиновники не торопятся разрабатывать эти регуляторные акты, потому что зачастую эти регуляторные акты, они нацелены на повышение бюджета, увеличение бюджета в городе, то есть как бы путем там где-то, наверное, сокращения каких-то таких коррумпированных схем, то есть как бы там более открытые, более какие-то правильные вещи. И поэтому, конечно, там те вопросы, которые сегодня работают как им надо, они не хотят их менять, и поэтому, наверное, поэтому не принимались регуляторные акты не в прошлой каденции. Я был в комиссии как раз по регуляторной политике, у нас была такая же проблема, мы ее озвучивали. Сегодня Ольга Квасницкая-Гололай, она озвучивает эти же проблемы. Хотя мы там с разных политических сил, но вот мы в этих моментах там схожи с ней. И говорим о проблематике. Сегодня вообще, знаете, сегодня нужно говорить, неважно, какая политическая партия, сегодня необходимо поднимать проблемные вопросы. То есть, как бы, но, к сожалению, с учетом там, тех коалиционных каких-то договоренностей, которые сегодня есть в городе, сегодня мы видим там партия «Доверяй делам», «Слуга народа», «Европейская солидарность» сегодня голосуют в унисон. И, конечно же, это, наверное, неправильно. Все-таки бы хотелось бы, чтобы какие-то решения, которые правильные для Одессы, все обсуждались, а не голосувались так, як це потрібно руководителям цієї коаліції. Угу. Ну і не можу не задати таке питання, що стосовно етики. Сесія транслюється, знімають ЗМІ, все це люди бачать. От як розмовляє, дуже багато питань до того, як розмовляє мер з депутатами. З Верховної Ради, з депутатами міської ради. Вас це не обурює? Звісно, обурює. Но у нас на сьогоднішній день нету кодексу етики городського голови. Я когда-то на прошлой комісії, на прошлой сесії предложив розробити такий кодекс. Ми поспорили. Ну, понятно, що ніхто цей кодекс не буде приймати, тому що господину Труханову нравится так общаться. Наверно, ну, как бы не має смысла уже в його возрасті там його учити воспитанню или еще чему-то, человек такой. Ну, конечно, мне кажется, что это неподобающее общение, вообще поведение неподобающее для руководителя города, для того, кто должен показывать пример интеллигенции, пример, знаете, у нас всегда одесситы, они все это, ну, всегда показывали какую-то такую интеллигентность, культурность, да, там, там даже в каких-то старых фильмах, там, оперный театр, знаете, у нас много театров, у нас всегда был большой такой слой интеллигенции культурных людей. Но сегодня, как бы, цитата мэра
песні групи «Ленинград». О музыкальных, знаете, вкусах не спорят, как говорится. То есть нравится ему группа «Ленинград», слава богу, хоть какую-то музыку слушает, может быть, уже неплохо. Но цитировать, все прекрасно понимают слова этой песни, там, в адрес там, депутата народного, ну, мне кажется, что это как-то не совсем правильно и не совсем этично. Угу. То есть, как бы, мог какую-то другую песню из народных, наверное, лучше подобрать. Но вообще, на самом деле, конечно, ну стыдно, ну честно. Ну, вот, не знаю, мне как депутату стыдно за такого мэра, как одесситам, я думаю, что все-таки, ну, посмеяться, да, знаете, то есть, как бы, ну, там и Филимонов у нас есть, он может анекдот рассказать, мы можем посмеяться, но... как бы здесь такая уже грань где-то такого хамского юмора. Угу. То есть как бы уже не сильно смешно. Ну що ж, дякую вам за відповідь. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Наодинці з усіма» був депутат Одеської міської ради Володимир Корнієнко. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.